Екпин Абиев – уроженец села Орталык Жамбылского района. На данный момент он является руководителем товарищества с ограниченной ответственностью «Екпин-2002» в селе Благовещенко. По стопам отца пошли и двое его сыновей. Сегодня они развивают семейный бизнес. Тему продолжит наш корреспондент. Екпин Абиев – один из тех, кто в суровые 90-е начал свое дело. Сегодня его знают в Североказахстанской области как мецената, инициатора многих идей, депутата, еще успешного предпринимателя, владельца ряда социально значимых объектов в Жамбылском районе. С их открытием рабочие места получили десятки человек. В 2009-м его признали лучшим предпринимателем области. В 2014-м он стал обладателем ордена «Данг» и медали «Еринбегиушин». Сегодня его дело продолжают дети. Любого человека, значит, счастье, успех в чем? Пусть он будет предпринимателем, просто семьянин, да, госслужащим каким-то, да, другие дела. Когда есть его, продолжите его дел. Я считаю, всего там это же счастье. Счастливым человеком. У меня есть два сына. Умер Серк Екпенович Абиев, старший, 84-го, потом Даврен Екпенович Абиев, 88 года. Пятеро внуков, и рад, счастлив. Умерсерик Абиев сегодня продолжает дело отца, занимается сельским хозяйством. Не только обеспечивает работой сельчан, но и помогает им с приобретением кормов. Сегодня в селе Благовещенко есть пекарня, аптека, банкетный зал, 6 магазинов, 3 фермы. Здесь трудится более 90 человек. Мы занимаемся сельским хозяйством с 2016 года. Поголовье овец в настоящее время превышает 7 тысяч. В этом году завезли 2000 овец, в следующем планируем еще 11-12 тысяч овец. На данный момент у нас 4200 гектаров земли, сажаем пшеницу. Под моим руководством работают около 45 человек. Кормами работников обеспечиваем, помогаем семьям с детьми. Даурен Абиев также идет по стопам своего отца и занимается развитием объектов общественного питания в райцентре «Пресновка» уже 10 лет. С 2014 года занимает предпринимательской деятельностью в сфере общепита, сдача в аренду жилья, офисного помещения. Продолжаю семейный бизнес. В моем штате работает больше 10 человек. Бизнес развивается уже 10 лет, хорошее направление. Надо отметить, что Екпин Абиев неоднократно был депутатом нескольких созывов. Продолжительное время входил в областной депутатский корпус. Является инициатором многих идей, реализующихся во благо североказахстанцев. Елена Горбань, Дарига Куаныш, Дамир Искендиров, служба новостей.